Сегодня я хочу приготовить вместе с вами очень вкусную нежную запеканку. Эту запеканку любит вся моя семья. Сегодня у нас приехали дети, поэтому запеканку, как обычно, я делаю на завтрак. Для этого нам понадобится творог, у меня жирный, я его немного размяла. 120 грамм манки. 150 грамм сахара. Сахар можете брать по своему вкусу. Масло 150 грамм. И 6 яиц. Кроме этого, еще ванильный сахар. И все. Для начала мы разобьем яйца, отделим желтки от белков и будем отдельно взбивать в миксере. Я поставила уже духовку разогреваться на 180 градусов. Нужно, чтобы она полностью прогрелась. На моем канале уже есть видео запеканки, но это один из способов, очень вкусный и простой. Сейчас я включу миксер, и мы сначала на небольшой скорости будем взбивать яйца, а потом скорость прибавим. Взбивать будем до устойчивых пиков. Чтобы лучше взбивалось, нужно добавить немного сольки. Камеру я выключу, чтобы не очень было громко. Итак, у нас белки взбились. Вот, посмотрите. Ну вот, я считаю, что это нормально. Отставляем в сторону. Теперь я переложила белок вот в такую тарелку. А сейчас будем взбивать миксером всю остальную массу. Сначала на небольшой скорости. Потом можно прибавить немножко. Теперь берем массу белковую и потихоньку вмешиваем. Осторожно, только чтобы она, масса, перемешалась с остальной. Можно это делать миксером, но я делаю руками. Вот такая получается у нас пышная масса. В запеканку можно добавлять фрукты, например, изюм или сухофрукты какие другие. Можно добавлять ванилин. Я приготовила форму. Форма у меня 20 сантиметров диаметром. Я смазала сливочным маслом и посыпала панировочными сухарями. И сейчас мы эту массу всю
У нас готова уже духовка. Она нагрета до 180 градусов. И будем выпекать примерно 50 минут. Ну, будем смотреть, как она будет себя вести. Подчищаем стеночки, чтобы ничего не оставалось. Так, размешиваем ровненько, но она все равно в процессе того, как будет подниматься, она выровняется. Немножко с краев, чтобы они не горели, снимем. Так, немножко встряхнем и будем поставим в духовку для запекания. И вот запеканка у нас готова. Вот такая красавица она получилась. Здесь она мягенькая. Я ее держала 50 минут в духовке и 10 минут выключила, и при открытой дверке я держала еще 10 минут. Сейчас мы ее откроем. Вот посмотрите, такая высокая получилась запеканка. Мы ее посыпем сахарной пудрой. Сейчас немножко она остынет, и мы ее разрежем. Сейчас мы отрежем кусочек. Конечно, она еще горячая. Ну вот такая она получилась. Посмотрите, красота, да и только. Все, спеклось. На дне никаких остатков нет. Готовьте запеканку, балуйте своих родных и близких. А с вами была Ольга и канал «Домик у озера Молдино». Пока-пока.